Замысел учения был таков. Он проходил два этапа. Первый этап – это проверка сбора сводного отряда, его тактические условия, как он собирается по времени. Этот сбор проходил, и сантехника собиралась на объездной около Севастополя. Это, значит, первый замысел, первый этап учения был выполнен. Вся техника стояла там, где было, значит, было ему указано. Второй этап – это ликвидация вот этой свалки. Вы, дорогие друзья, знаете о том, что каждый год Юхарина балка, она нам дает очень много забот, очень много проблем. Поэтому и в этом году мы тоже настояли на том, чтобы не допускать как можно дольше, чтобы здесь проходила свалка мусора со всего города, а как можно быстрее его уничтожить.